Ну что, продолжаем? I'll be your light, your man, the burning sun. I'll be your breath, your leg, you're slipping around. And I feel alright, I feel alright. I'll rock it out, and I'll rock it out. All for doomings, if you're never down, to the loving down, to the loving down. I'll be your ghost, you play, you steady on. I feel the dust, you follow, you stop and I run. And I feel alright, I feel alright. I rock it out, and I rock it out. I'm a total fire, and I shut it down, to the loving down, to the loving down. Коляныч, Коляныч. Классный мужик. Сегодня собрались офигенные люди просто. С ними весело, позитивно. Вон Паша стоит и хохмит. Мероприятие «Концентрация звукачей» один на квадратный метр. Концентрация звукачей на квадратный метр. Сейчас зашкаливает. Сейчас четыре звукача. Иду сейчас. Да и пятый. Юра! Ты будешь фотографировать? Вообще не свет. Не вообще не звук. Ходит такой хороший человек. У него есть бабочка. Молодец. Да. И костюмчик синенький. Да. Характеризуйте жениха одним словом. Коля. Это холодный мальчик. Я не могу. Это нельзя говорить на свадьбе. Через тернии к звездам. Волнуешься? Нет. Как записываться будет, да. Организационных моментов больше. Тогда проще было, как, ну, то есть не я всем занимался, а сейчас, блин, как-то так. Счастье встречи. В этом огромном мире вы нашли друг друга, чтобы стать самыми близкими и родными людьми. И человек, он по-настоящему счастлив лишь только тогда, когда в дом его вход любовь и согласие. Я надеюсь, что в наш зал вас и привело это светлое чувство – любовь, на основе которого рождается ваша семья. Вы вступаете в новый ответственный этап вашей совместной жизни. Доброта и верность, умение понять и простить друг друга помогут вам стать самыми счастливыми супругами. Просто любите, храните это чувство всю вашу жизнь. Но перед тем, как вы поставите подписи в нашей записи акта о заключении брака, я обязана вас спросить, является ли ваше желание вступить в семейный союз искренним и взаимным? Я обращаюсь, Николай, к вам. Желаете ли вы взять жену? Анна, желаете ли вы стать супругой Николая? Да. Ну тогда, согласно вашего обоюдного решения, ваш брак регистрируется.
Да-да, во весь голос, давай-давай. Молодец. Я смотрю, много здесь творческих людей, да? Нам бы хотелось, чтобы ваша творческая семья существовала очень долго, до конца жизни, да? Чтобы вам было вместе хорошо, чтобы вам было вместе творчески интересно. Ну, то есть, в принципе, творческим людям не соскучиться вместе, да? Ну и прежде всего, чтобы вы были здоровенькими в наше сложное время. Ну а финансовое благополучие и все остальное, семейное, взаимопонимание, должны делать вы сами, в принципе, внутри своей семьи. Счастья вам! Много счастья! Аня, давай, ты твою умоила, ну-ка, кто там больше? Раз, два, три! Саша, бас-гитара! Цените свою любовь, уступайте друг другу. Не забывайте, слабые мстят, сильные прощают. Что бы ни случилось в этой жизни, как бы вы ни ссорились, как бы вы ни ругались, но ложиться в одну постель. Николай, мы с тобой коллеги по работе. Я очень рада за тебя, потому что действительно ты очень изменился. Ты очень счастлив, потому что любишь свою красавицу. Сегодня увидел твою супругу, я просто очарована ей. Твой выбор лучший. Ребята, за вас. И на закусочку, Антон! Тебе подарили такой подарок. Ты счастлив будешь? Нет. Хорошо. Секунду, да. Во сколько лет дарят этот подарок? В юности. Ясно. Ну, 14, да, 15, может быть, так правильно, да. Где ты его будешь хранить? Именно где? В шкафу. В шкафу, отлично. Как часто ты будешь пользоваться этим подарком? Ведь все подарки дарят такие, которые, ну, нужны, как бы, правда? Постоянно. Постоянно. Если кто-то к тебе пришел в гости, попросил: Димка, ой, одолжи, блин, такой подарок классный, вот, ну, мне попользоваться дашь? Друзьям завсегда. Вот у нас очень большое количество знаменитых, великих людей. Кому бы ты сделал такой подарок? Знаменитости? Да, любим. Шоу-бизнеса, пожалуйста, политика, кого угодно. Ой, ну, Марго Робби, наверное, бы сделал. А кому бы ты сделал такой подарок присутствующим здесь вот? Паша, наверное, Калашникова подарил. Паша. Димка, поворачивайся и посмотри, что же здесь было. Опа! Замечательно! Все, присаживайся, Димочка, присаживайся. Отлично. Вот этот подарок, как ты думаешь, во сколько лет дарят? С 13. В 13 лет, замечательно, да. А вот если бы тебе сделали этот подарок, где бы ты его хранил? Сразу в сейф. А как часто им пользовался бы? По выходным. По выходным. О, пришел в гости тебе Пашка. Пашка. Братан. Ну. Из шкафа своей. Да, 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 да. Дареный. Ты ему, он скажет: блин, Макс, ну поделись, блин, ну надо мне, ну ты понимаешь, дашь ему? Не, ну с женой поделиться и... Не, Паша, не, Паша, не приходи. Не приходи, Паша, да. Кому бы ты подарил из великих людей? Шоу-бизнес, политика? Не отдал бы никому, не. Не, серьезно? Не, ну вообще, ну давай. А Лев Толстой? Лев Толстой, да, достоин. Отлично, Лев Толстой. Кому присутствующим ты бы подарил вот такой подарок тоже? Вот этот мужчинка, он мне машет, говорит: мне дай, мне. Полюбасу дал бы, да, поносить. Ну, повернись, пожалуйста, солнце мое, посмотри. Вот такой замечательный подарок. Давайте поаплодируем. Макс, а я тебе сделаю, знаешь, какой подарок? Я очень рада за вас. Вы... Не 2 дня знакомы, а 2 года, значит, ваши чувства уже проверены. Любви вам, здоровья крепкого, взаимопонимания, чтобы вы никогда-никогда не ссорились, всегда друг друга понимали, и поэтому все будет у вас тогда хорошо. Долгой-долгой семейной жизни вам.
someone like you. And I never dreamed that I had somebody like you. Любить друг друга всегда и везде. И сегодня. И не быстро. Давайте за вас. Вы классные. Мы вас любим. Всего вам самого-самого. Спасибо, Лиз. От всей кавер-группы Replay хотелось бы вам, Коля, наш друг, коллега, брат, всегда рядом, всегда поддержит. Анечка, ты у нас одна на миллион. Я желаю вам светлого будущего вместе и только вместе. Мы всегда рядом. Звоните, пишите, всегда на связи. Споем, сыграем. И эта песня, Анечка, для тебя. I was searching for someone to be my love. But our love, our love, our hope was gone. Without anyone, I was gone. I always still remember how I feel that day. A feeling incredible all to me, yeah. All I see in one way, answer from my brain. And you, you're the one you want for me. You wanted a in a lifetime, maybe the sky will still stand above us. You wanted a million, the ones in a lifetime, maybe the sky will still stand above us. От нас ты знаешь, что я очень много давала тебе советов в течение этих 3 лет, которые мы с тобой отработали. По своему опыту я тебе пожелаю, чтобы ты всегда находила золотую середину, чтобы ты умела прощать, чтобы ты умела делать так, чтобы у вас всегда было благополучие, чтобы у вас всегда было прощение друг от друга, друг другу, чтобы вы любили, ценили, слышали друг друга, и чтобы все у вас было очень хорошо. I can't see me.
time at last for.